Здравствуйте, дорогие соотечественники. Посмотрите, как утята принимает солнышко. Я такое никогда в жизни не видела. В первый раз вижу. Какая красота! Как мило! Сидят себе на солнышке, греются. Ой, как воробушки. Слишком красиво. Эта Трентина прямо очаровала меня. Troppo bello. Ой-ой-ой. Здесь мы пообедали в этом баре. Я съела салат. Такой салат для здоровья. И вот вам озеро, где рыбаки рыбачат целый день, а потом обратно отпускают в озеро рыбку. Всю рыбку, которую словили, выловили. Я в шоке, просто так мило. Такая миленькая поэзия деревни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять утят. Сидят себе. И что самое интересное, вот эти большие утята, коричневые. А вот серые с белой макушкой, они все время плавают и ныряют. Всем здоровья и фортуны. Приезжайте в Трентино, когда откроются границы и закроется карантин. Карантин, приезжайте.